Духа союзничества планете не хватает как никогда. Европейские СМИ обсуждают еще один скандал, на этот раз шпионский. Именно. Официальная Вена требует разъяснений от Берлина из-за информации о слежке за австрийскими политиками. В общей сложности под колпаком немецких спецслужб могли находиться около 2000 человек, сообщает журнал «Профиль». Это члены правительства Австрии, зарубежные дипломаты и представители международных организаций. Напомню, Вена – один из городов резиденции ООН. Там же находятся штаб-квартиры ОПЕК, ОБСЕ, МАГАТЭ. Кстати, Германия уже становилась фигурантом шпионского скандала в 2013-м. Тогда, правда, страна сама оказалась жертвой иностранных спецслужб. Выяснилось, что телефон канцлера Меркель прослушивали американские агенты. Скандал, впрочем, довольно быстро замяли.